Вот и подошли к концу одни из самых ответственных соревнований для российских фигуристов. Чемпионат России в Саранске 2019 года. Мы с Александрой крайне рады, что нам удалось показать две чистых программы. Действительно взрослое, уверенное катание. Мы очень рады, что мы оправдали в первую очередь надежды, возложенные на нас нашими тренерами, Тамарой Николаевной, Артуром Леонидовичем, и на самом деле еще огромным списком специалистов, которые с нами работают на протяжении всего этого времени и вкладывают в нас частичку себя. Также хотелось порадовать родителей. Знаете, как мне вообще себя хотелось порадовать на свой день рождения? Я рад, что мы таким тандемом смогли меня порадовать. И завтрашний день я буду встречать с особыми приятными воспоминаниями о дне уже прошедшем. Мы благодарны всем, мы благодарны публике. Публика поддерживала, публика действительно была со всеми спортсменами. Я не могу выделить кого-то, конечно, спортсменов, которые более именитые. Я имею в виду Тарасова, Морозов, Забияка, Энберт. Конечно, на них, мне кажется, в первую очередь на разминке овации было больше, но по окончанию программы практически на всех спортсменах публика действительно была фантастической и удивительной. Атмосфера на этих соревнованиях была, конечно, просто замечательная. Нас еще нигде так не поддерживали. Наверное, близко было к Челябинску, но даже в Челябинске было больше народу, чем здесь. Но таких оваций и такой поддержки не было. Мы сюда приезжаем уже в четвертый раз. Для нас это счастливый город. Извини, Саша, что я тебя перебью. Просто хочу сказать, что здесь началась наша, Саша, международная карьера. На первом этапе гран-при юниорском еще, который проходил впервые в России в Саранске. Да, и нам очень приятно, что за нас очень много здесь людей болеет, переживает и, в принципе, приходит на соревнования. И вот вы до начала интервью сказали о том, что вы говорили с Анастасией Скопцовой, и она сказала, что я знаю Диму уже очень долго, и в жизни он не такой, как на льду, когда побеждает. Я могу сказать, что в жизни действительно я, наверное, более спокоен, поскольку у меня нет такого адреналина. Когда я, допустим, сдаю серьезную курсовую в институте, вряд ли я после ее сдачи буду так радоваться. А здесь, когда на льду адреналин нахлестывает на публику, публика дает мне энергетику, и я уже настолько переполнен, что я хочу выплеснуть ее внешне. И поэтому действительно есть такая реакция, я в какой-то степени становлюсь другим человеком, как действительно хорошо звучит, знаете, такой ирландский воин. Это особенные эмоции, всегда особенные эмоции, когда спортсмен себя преодолевает. И я думаю, что в каждом сезоне, в каждом этапе спортивной карьеры есть определенные какие-то знаковые моменты карьеры спортсмена. И сегодня, надеюсь, что у нашей пары был один из таких серьезных и знаковых моментов. Поздравляю, ребята, с Новым годом вас! Здоровья, счастья и новых успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.